Это было неописуемо, нечто чудесное, нечто невыразимо сумасшедшее, но для меня это стало частью жизни, частью бытия для меня. И сейчас рок-клуб формально есть. Формально, он есть теперь. Но это уже не та история. Там другие люди, другие дела. Я не говорю, что там плохие люди или плохие группы. Там, может, и хорошие музыки. Это уже не есть волна. Вот. Ситуация волны, волна схлынула. Но в те годы, повторяю, для меня и вообще, не только для меня, но для меня особенно, это было очень значимое явление. Это стало частью сознания, что, наверное, плохо, но это было все равно. И я когда теперь довольно часто прохожу, ну так получается, по маршруту, по улице Рубинштейн, мимо дома 13, ну, как-то что-то шевелится все равно внутри. Хотя, вообще, улица Рубинштейна теперь, могу не сказать, если бы это было раньше, я бы не знаю, что бы было. Это самая ресторанная, кабацкая, кофейная улица в нашем городе. Там от Загородного до Невского сплошные кабаки, какие-то подвальчики, какие-то кухни, то, все. То есть, в общем, там, если хочешь, раньше этого не было вообще. Мы бегали куда-то там, ну, покупать там, значит, ночью там всегда находили выпивку, конечно же. А так, этого ничего не было, в принципе. Ходили в сосисочную, там, Владимирский, там, пиво покупать, что куда-то еще, пивбары. Ну, все было иначе. Сейчас это вообще, улица, повторяю, стала совершенно какая-то безумно кабацкая. Ну, это ладно, это все же не важно. Но я к чему про это сказал? Потому что, конечно, эти все вещи, это тоже было со мной частью жизни рок-клуба. Почему же нет? Ну, все были малыши, все хотели веселиться, веселиться с музыкой рок-н-ролльной вместе. Это нормально все. Это было так и должно было быть, наверное. Но все равно это все уже такие второстепенные вещи. А в принципе, для меня рок-клуб это... Нетрудно говорить, что это воспоминание какое-то, потому что это все равно во мне сидит. Хотя этого уже нет теперь, как раньше было. Кого-то вижу иногда, кого-то нет. Но это то, что мне очень приятно вспоминать, и то, что было для меня очень незрящее. Вот так про рок-клуб я могу сказать, вкратце, если...